Всем привет, твой варганный тренер Ильдар Гимадиев. И сегодня урок, посвященный бою по язычку из продвинутого курса. Итак, чтобы разнообразить игру, увеличить возможности, нужно научиться играть в две стороны. Для этого нужно использовать кисть. И здесь два варианта. Либо подушечку указательного пальца, либо подушечку среднего пальца. Предлагаю попробовать со средним. Вот так вот. Просто начинаете тренировать вот это движение по язычку. Можно даже, не прижимая варган ко рту, вначале просто механическое движение рукой. Отработали прямое движение. И потом уже с варганом. Начинаем с медленного. Таким образом придет ровность, придет равномерная сила удара. И дальше уже можно ускоряться. Также можно попробовать дышать ртом, периодически с паузами. Или ровно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.